Привет вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть в Gothic 3. Давайте, где у нас загружается там? 11-я, вот это. Правильно? Правильно. Сейчас загрузим. Я уже даже не помню, что мы должны были сделать. Кстати, да, хотел у шамана проверить, смогу ли я выучиться там чему-то. Там еще добежать до этого мага. Нужен мне. А тут уже, по-моему, ничему не можешь научить. Так, у меня миссия отсюда. Так, кто так, новый человек для Немора принести пусковую лобелию. Понятненько. Так. Солнце глядит. Вот кустовая лобелия. Ну еще же должно же быть. Не одна же она тут в поле-то растет. Так, так, так. Вот еще она. Может, еще где-то есть? Опа, открыл. Взять все. О. Только сколько мне, сколько это определенное количество надо? С тобой злобили это. Бери. Фыркающий монстр. Ты мне чё? Все, ты ловкость только, да? Я даже не хочу этого слышать. Так. И будет еще хуже. И у нас кто? Рассел? Нам еще только не доставало. Это дохлый этот орк. Ты мне скажешь, кто ваш? Ты не совсем. Ну ладно. Ты сделал для нас уже так много, что... Отличная работа. Вот твоя часть золота. Да. Я предводитель Неморы. Все. Добро пожаловать в наш круг, мой друг. Я надеюсь, ты не разочаруешь нас. Хенли нападает на беззащитных крестьян, чтобы поживиться. С меня хватит. Я выкину этого подонка из моего лагеря. Я слишком долго терпел выходки этой свиньи. Это ты хорошо сделал. Держи свои уши и дальше настороже, ясно? Вот твоя награда. Я даже не хочу этого слышать. Повстанцу Чарльзу возле храма Трелиса нужно подкрепление. Черт возьми, что там еще? Есть в этой проклятой стране хоть что-нибудь, где бы все шло гладко? У меня нет таких проблем. Так. Ладно, с тобой мы. Так, закончили. Будь осторожней с тем, что... Так, у меня что там с репутацией-то? О, у орков-то больше. Даже у странников даже больше. Уже не будет. Будь осторожней с тем, что говорит. Треслоту. Кто такой Треслот, нахрен? Я бы еще помнил бы их. Ты действительно думаешь, да знаю, я знаю. Да прекрати. Вот здесь ночевать можно, если я не ошибаюсь. Не занятые койки. Оставь меня в покое, предатель! Изгнали, да и пошел ты в жопу. Ой.
Рассел разрешил мне присоединиться к вам. Чего же мы ждем? Рано или поздно это закончится. Так, подождите. Некоторые вещи... Сюда! Мы его скормим. Ты правда думаешь? Правда, правда. Этого нам еще только не доставало. И будет еще хуже. Да, все-таки мне это очень-очень не нравится. Ну-ка, товар. Тебе легко говорить. Понятненько все с тобой. Блин, блинский. А, вот он ты. Вот твоя кустовая лабелия. Это просто фантастика. Я надеюсь, эти монстры не слишком... Вот тебе... Так. Давай мне свой, давай мне свой кубок огня. Хорошо. Я надеюсь, он прибудет в монастырь моих братьев. Посмотрим. Прибудет, прибудет. Так, покажи мне свой товар. Ну, вот это я тоже у тебя возьму, мало ли. А взамен тебе дам, смотри, у меня вот что есть. Ужас есть. Так, телекинез я уже выучил. О, свет тебе дам. О, огненный шар. Так. Так. Что тут? Вызов молнии. Путешествие души, туман. Так. О, это я пока тебе не отдам. Вот это вот изгнание зла. Метеор я тебе не отдам. Ну, пламенный меч могу еще отдать. Баланс, сделка. Закрыть. Закрыть все. Так, меня там это чудище еще должен наверху ждать. Посмотрим, что у него там было. Так. Тут вроде ничего такого нету. Все, пойдем. За это барахло я даже браться не буду. Потом один факел, да какая-то штучка-погремушка. Так, 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 так. Этого нам еще только не доставало. Что, ворк уже сюда или это второй ворк? Еще хуже. Верно. И все-таки так дальше продолжаться не может. Повстанец, повстанец. Не забывайте, он там вот в камнях. Сундучок с камнем телепортации. Пойдем сюда. Пойдем, пойдем. Мы тебя сейчас скармливать будем. Так, тут где-то должен быть одинокий воин. Смотрим. Ай-яй-яй. Потому что мы сюда еще вернемся, просто я его скормлю, сразу уж по пути возьму еще задание. Так. А вот где вот он сидит кто-то? Блин, так что ли тебя найти? Блин, блинский. Взять все. Так. Никого не видно, никто не сидит. Так.
воин должен сидеть, или кто он там, паладин. На. Взрывы и разрывы нахрен. Открывай. Так. Ясненько, понятненько. Так, пришли. Уа. Вот сейчас будет потеха. Так, теперь давайте исцелим себя. Опа. Да уйди ты. Так. Все хорошо, видите, как все хорошо у нас закончилось. Пока мы не нашли этого паладина, конечно. Ну ладно, у нас еще вон там холмы есть. Но он где-то должен быть. Это я точно знаю. Знаю, точно знаю. Наверняка. Понятно. Твою мать-то. Давай, сюда ползи. Вот так. Где ты? Я иду за тобою. Ты идешь за мной? Я тебя куда? Разбойником, наверное, да, скормлю. Двух. Попал? Вот тебе. Вообще-то я его завалил. Блин, да где ж ты находишься-то? Может, где-то там, на холме? Взять все. Оленьи рога, блин. Да где ж ты, самурай, находишься тут? Это не видно тебя.
Ладно, пойдем, где-то у низа, наверное, будет находиться. Так, а мы, кстати, что там по... А, во! Немного осталось. Пойдем. Беги за мной. Нежить таких любит. Даже не знаю, куда тебя привезти-то. Ну, пойдем, вон туда сходим. А, вон он. Видите, говорю же, он где-то здесь должен быть, падла такой. Спрятался. Погоди-ка, я тебя уже где-то видел. Кажется, меня здесь знают почти все. А ты случайно не был паладином? В любом случае, ты уже вступал в бой против орков. Я это вижу по тебе. Времена паладинов ушли в прошлое. Да, это трагично. Как только рунная магия ушла из этого мира, орки налетели на нас, как мухи. Мы были в таком замешательстве, что многие из нас только и смогли, что спастись бегством. Я был одним из них. Вероятно, по этой причине я все еще жив. Ну, у меня есть некоторый опыт. Могу себе представить. Мои деяния тоже довольно известны в этой части страны. Думаю, я мог бы тебя кое-чему научить. Если бы я не утратил свою рунную магию, без нее я чувствую себя неполноценным. Что ты тут делаешь? Я жду. Чего? Жду удобного случая снова применить свою боевую силу. Мне еще нужно уладить кое-что. Ну-ка, научишь меня драться, так, понятно. Повстанческий лагерь Немора ищет новых людей. Я уже подумывал, не присоединиться ли к повстанцам, но сначала я хочу закончить... А что ты начал-то? Что ты задумал? О той войне у меня был соратник, его звали Курт. Он был паладином, как и я. Мы... Понятно. Но с тех пор, как совсем потерял разум, грабит простых крестьян. А, вот, все. Я даже и знаю, где Курт. По дороге мы его найдем. Он и его ребята. У перевала на Варанц. Вот мы туда сейчас пойдем. Я хочу подобраться к нему поближе и убить его. Я знаю, что их разыскивает магия огня. У Курта был такой кубок. Но я могу ошибаться. Почему Курт сошел с... Он просто не смог смириться с нашим поражением. Я пытался его образумить, но в конце концов он вознамерился убить меня. Так, ладно. Запомните место, где он. Ты, эй, прихвостень. Сейчас разбойником тебя пойду скармливать. Так, где у нас изгнание зла? Нет, да нет же. Что-то не понял. Ладно. Так. Ну, как хочешь. Ва, напали. Ну давай, что ты? Они тебя так знатно, да, поваляли-то? Ладно. Не буду тебя томить, а то долго это будет. А они слишком слабы для этого. Вот тебе, получай! Пойдем, получай.
Я за тебя все сделал. Так. Вон там домик. Домик, по-моему, тоже кто-то там охраняет. Ну, кстати, по поводу сундучков. Кого тут охраняли? Смотрим. А я тебя даже и не увидел. Взять все. Так, ты идешь за мной? Давай, мудила. Что, тут никого нету? Странно. Никто не охраняет. Очень странно. Ух ты, как-то перелез. Ладно, раз лишь бы ты здесь был. Так, там вот носорог был. У нас сорок, рок-рок идет. Крокодил, дил, плывет. Только я. Все, лечу. Как? Только я. Все, плыву. Вот они, тролли, это которых я загасил. Пойдем. Далековато я убегал, да. Ничего страшного. Взять все. Ну ты чё, ящер? На. Под жопу тебе. Пойдем. Ты бы еще за глохами бы не охотился. Ты где? Мутило, ты в чем-то застрял? Ой, ёб твою мать. Пойдем по дороге, раз ты такой калеч. Высвободился, бежит. Так, а мы идем к разбойникам. Перевал. Можно через, конечно, переплыть. Но нам все равно их гасить. Можно, конечно, и паладина было с собой позвать. Пусть пока там будет. Не хочу, чтобы с ним что-то случилось. У меня вот приманка есть. Ты так-то помог. Мне от тебя избавляться надо будет все равно. Не хватало, чтобы еще где-то ползал. Так, а вот здесь, вот смотрите, тут можно обойти. Но мы так не сделаем. Они вон там вот находятся. Ну и тут пещерка есть. Поэтому мне его скармливать все равно надо.
Все. Стой! Теперь ты. Вот хренасти его. Стоять! Падла. На. Все, забираем все. Надеюсь, тебя там на куски порубят. О. Блин. Все-таки мне я тебя покажу. Ты ему показал. На, подожди. Так, о, ты хочешь так? Так, давайте. Дубина, дубина, мы это не будем собирать. Слабый бандит. Меч. Меч. Взять все, меч. Кирка была у него. Блин, дубина, нахрен она мне нужна. Нет. Вот. Я тебя прикончу. Вот так. Но мы до него еще даже не дошли. До того, кого нам надо убить. Опа. Никакого сундука нету. Взрывная стрела, сундук, сундук. Не, что-то еще же должны же быть бандиты. Ладно. Кто? Все. Там есть проход? Есть. Так, мы еще сейчас вернемся. А здесь перебьем. И вернемся. Вот их можно было обойти, да, по-моему? Да убери. Так, тут есть что-то у нас? Ва. На. На.
Да тихо вы. Я же даже вас не вижу. Тихо. Вот так. Взять все. А у вас здесь чего? Ну все, все, все. Успокойся, воин. Разбушевался. Давай. Это вот мы посюда бы шли. Да, вот посюда бы шли. Тут этих ползунов бы пришлось отстреливать. И так бы с бандитами мы бы не встретились. Мы бы их обошли. Но если хотите обойти бандитов, то вообще можете просто переплыть. Это же не обязательные миссии. Вот. Так. Я прикончу тебя. На. Стой. Так, собираем, что тут есть. Так, шипастая палец, шипастая дубина. Курт, вот у него кубок. Нет. Нам все равно потом телепортироваться с одного места на другое придется. Поэтому не переживаем. Пока ты замахиваешься так, у тебя уже все. Взять все вот здесь. Что у вас? Нож. А ножа-то у меня вроде пока и не было еще. Смотрим, чем бандиты поживились. Экс. Для меня теперь нету, да? Невозможных замков-то. Как приятно. Так, ты сделал уроки? Давай, делай. Так, тут у нас порядочек. Как-то их ни хрена, вот отстреливать-то, по идее, долго надо. А их скопом бегут. А потом еще, не дай бог, залечатся. Ты у меня кровью умоешься. Мы еще встретимся. Мы еще встретимся. Ты у меня кровью умоешься. Кто я? Ох ты. Ни хрена, а вы-то тут как оказались? Давай. Шага. Так.
Воин, разведчик, патруль какой-то. Как вы тут оказались, не знаю, ну спасибо, что вы тут были. Очень вам признателен. Запомню, я, конечно, сам бы мог, но тем не менее, все равно приятно. Нет. Взять все. Взять все. Тут у нас что-нибудь есть? Лавочка. Странный гриб. Но все равно для чего-то нужен. Может, для какого-нибудь мощного заклинания. Зелье варенья. Так. Просто получилось так. И я теперь ваш враг. Ладно. Хоть от этого-то избавились. Говнюка притащили его там. Бам-бам-бам. Загасили. И вот пустыня начинается. Так, это у нас не город пока что, так что не надо. Подожди, странник, не проходи мимо. Я приветствую тебя, путник. Ты, наверное, хочешь пить. Первый вот, город, да? Выпей глоток холодной воды. Я знал, что случится. Покажи мне свой товар. Так, воду-то я в любом случае возьму. А тебе знаешь, что дам? Вот, ослабление. Забвение. Так. Вот, могу этих отдать. Деревянный щит. Да, все забирай. Выносливости. Я тебе тоже ничем не смогу помочь. И вот такой вот баланс, сделка, закрыть. Расскажи мне, пустыня. Пустыня — это опасное место. Без воды ты далеко не уйдешь. В стороне от дороги тебя подстерегают кочевники и дикие звери. Поэтому, если отправишься в заросли, раздобудь себе приличное оружие. И, конечно, ты всегда должен иметь при себе... Мы, ассасины, живем в городах. Здесь ты в безопасности. Где я возьму оружие? Иди по дороге, она приведет тебя прямо в Брагу. Это всего лишь маленькая деревня, но мимо ты не пройдешь. Там ты получишь все, что тебе нужно. Конечно, там нет такой свежей воды, как у меня. Понятно. Расскажи мне о своем народе. Мы ассасины. Смиренный народ, порабощенный палящим проклятием Иноса. Из-за безжалостного солнца в этой стране почти ничего не растет. Тиши. Можно сказать, мы и перебиваемся с хлеба на воду. Да. Конечно, есть и приятные вещи, но они предназначены Зубину и его темным магам. Кто такой Зубин? Зубин — это глава Зубин, наш великий предводитель. Он очень стар и обладает силой Белиара. Мы платим ему дань, а он оберегает нас от гневного взора Белиара. А его воины и темные маги защищают нас от кочевников. Дань? Золото и ценные товары. Мы платим, чтобы с нами не произошло беды. Понятно. Так, я вообще где? Ты чего? Ага, вот. Значит, здесь где-то... Зачем ты меня будешь? Камушек должен валяться. И не факт, что он вот так вот где-то лежит. Ждет. Он может быть и в палатке. Это колючка. Так.
Блин. Палатки за палаткой делал. На бочке. Проклятье, что тебе нужно? Ну-ка, давай. Продолжай свой путь, чужеземец. Здесь повсюду прячутся кочевники. А что, что ты делаешь? Тут делаешь? Меня выкинули из моего собственного города, из Браго. Я был там начальником. Теперь на моем месте сидит Нафалем. Что случилось? Я собрал дань для Зубина. Но на меня напали кочевники и все забрали. И поэтому тебя вышвырнули? Да. Я рад, что еще вообще... Спасибо. Так, кто такой этот Нафалем? Кто такой этот Нафалем? Один из черных магов Зубина. Он пришел забрать дань. Расскажи мне про Зубина. Зубин, на... Он сидит во дворце Штара. Он обладает властью Белиара. Мы платим ему дань. Это мы уже слышали. Блин, еще его надо сейчас искать. Где камень? Или камень где-то тут? Город, а все-таки вот он. Правильно? Он же? Он. Он сейчас ремня кто-то получит. Так, ладно. Ассасины, ассасины. Сначала мы вот так вот пробежим, посмотрим, есть ли камушек. Ну, сейчас в городок, значит, зайдем. Как городок. Странный гриб опять какой-то там. Кстати, вот этого камушка я еще не был. Нет. Нету. Ладно. Сейчас они пока спят все на своих местах. Добро пожаловать, путник. Добро пожаловать. Я знаю, ты пришел как раз туда, куда неужели нужно. Ты пришел. Первоклассное оружие. Даже если не за этим, я могу предложить много других товаров. Взгляни на них. Так. Ну, это мне навряд ли продадут. Я продам тебе это только тогда. Я продам тебе это только тогда. Это мне когда не надо. Ты докажешь свою достойность. Смотрим, у него есть? Нету. Так, бочка с водой. Диего. Это мы с ним потом поговорим. Проваливай. Так, подождите-ка. Мне надо. Что у меня тут? Вот. Проваливай. Мы только посмотрим. Ничего не берем. Так. Здесь ничего. Так. Ты не здешний. Скажи мне, ты пришел, чтобы раскрыть тайны Белера? Что это за тайны? Мы, темные маги, владеем заклинаниями великой силы.
Мы владеем даром древней божественной магии. Значит, заклинание. А в городе Иштари вот уже много лет изучают искусство двуручного боя. Но только тот человек, который умеет хорошо вести дела, достоин узнать наши тайны. Я хочу предложить тебе одно такое дело. О чем речь? Я предлагаю тебе возможность совершить выгодную сделку. Все, что я хочу от тебя услышать... Согласен или нет? Тогда слушай. Все эти люди должны выплатить Зубину подать. Они не то чтобы не хотели платить, скорее они позволили себя обобрать. Что произошло? Туфайл, этот сын Остолопа, дал себя ограбить кучке кочевников. Но Зубин должен получить то, что ему причитается. Купцы должны заплатить ему. Так пусть заплатят еще раз. Вот ты-то и уладишь для меня это дело. Понимаю. Незавершенные у тебя дела. Есть еще какие-нибудь незавершенные дела? Похитили Айлу, жемчужину нашего города. Я хочу вернуть ее. Обсуди детали с Хасе. Кто у тебя в списке? Трое здешних купцов из Браго. Каждый из них должен Зубину по 500 золотых. И Аббас, продавец воды. От него я жду кубок. Поговори с ним, он знает, чего я хочу. И Туфайл? Что с Туфайлом-то будем делать? Он виноват в том, что дань была украдена. Я уже выгнал его из города, но он еще недалеко. Если он может заплатить, в чем я не уверен, то пусть живет. Если нет, то и церемониться с ним нечего. Это послужит предостережением для других. Понятненько. Итак, перед тем, как наезжать, нам надо... Эй, добро пожаловать в Брагу. Меня зовут Лука. У тебя есть что-нибудь на продажу? У тебя есть что-нибудь на продажу? Я безутешен, но я не могу предложить тебе доспехи. Все охотники, работавшие на меня, мертвы. Они попали в засаду кочевников. Ты можешь поискать снаряжение в ближайшем городе. А какой город? Ближайший мы а и так знаем. А если у тебя хватит... Я должен взыскать... Боюсь, ты пришел зря. У меня... Это нет. Плохо для тебя. Погоди, я хочу тебе кое-что предложить. Слушаю. Я могу сделать тебе доспехи, если ты принесешь мне шкуру темного глорха. А я за это должен буду заплатить за тебя подать. Да, я должен Зубину совсем немного. Всего каких-то 500 золотых. Доспехи, сделанные мною, прям гораздо как Ара разговаривает. По-моему, у меня не осталось выбора. Хорошо, я согласен. Благодарю тебя, о сын мудрости. Так, ладно. С тобой все понятно. Это у нас кто? Черт! Добро пожаловать, путешественник. Оставь нам немного того счастья, что ты носишь с собой. Я Хосе, работорговец. Если ты заинтересован в сделке, то у меня кое-что для тебя есть. Что ты можешь мне предложить? Кочевники то и дело нападают на нас. Это несколько кланов, которые бесчинствуют здесь в округе. За каждого главаря клана, которого ты убьешь, я тебе хорошо заплачу. Кто главари этих кланов? Малир и Таклар — главари этих разбойничьих банд. Они подстерегают путешественников в руинах. И это они напали. Из клана Асару уже давно никто не показывал. Так всегда с кочевниками. Прячутся эти отморозки. Что ты знаешь об Айле? Айла! Она была первой... Что с ней случилось? Был налет. Асару и его клан просто похитили ее. Неудивительно, что они предпочли убраться из этих мест. Сейчас он наверняка сидит в своем лагере и любуется ее танцем, сукин сын. Я пришел, чтобы получить с тебя дань. Конечно, я заплачу. Так, ладно. Честный человек. Так. Раб. Что мы тут имеем? Так.
Вот камень. Ничего пока не интересует. Так, ладно. Здесь у нас что, в один зубик, что ли, живет? Я как понимаю, он наверху обитает. Теперь с тобой поговорим. Эй, Диего, как? Я тут поспрашивал. По всей видимости, Зубан до сих пор является бесспорным властителем пустыни. Зубан? Может, стоит нанести ему визит? Это не так просто сделать. Зубан сидит в своем дворце, в Иштаре. И тебя пропустят только тогда, если они будут уверены в том, что ты друг ассасинов. Итак, что нужно сделать? Тебе придется поработать на ассасинов. И, судя по всему, сделать надо будет немало. Будет хорошо, если ты подружишься с темными магами. Они там самые влиятельные. Так. А, вот, что ты делаешь, Браго? Хочу немного поохотиться. Лука говорит, тут ходит несколько темных глор. О, мне за ними надо. Пошли, пойдем на охоту. Вперед. Мне как раз за ними надо. Смотри. Сразу два задания сделаем. Так. Они где-то вон там. Почему ты мне сразу-то не помог? Ненавидишь ты их. Шакал о голоде забыл, следит с холма за мрачной конницей вдали. Не учится. Да тихо вы! Тихо! О! На. Тихо. Вот тебе, тварь поганая. Так. Не сейчас. Так, сохраняемся. Еще одна тварь. Молодец. А то. Пойдем. О, кстати, дальше там кочевники будут. Я уже чую этих глорхов. Вон они. Сейчас мы их будем выманивать. На. Еще одна тварь. Так. Вонючая тварь. Пойдем, пойдем. Твари ничему не учатся. Молодец, ненавижу тварей. Так. Местность здесь опасная. Я нисколько не удивлюсь, если здесь где-нибудь прячутся кочевники. Но они что прячутся, ты теперь собираешься делать? Да, честно говоря, у меня особых планов нет. Я подумывал об охоте, да о том, чтобы набить карманы. Ты именно тот, кто знает, сделала, что нужно делать. И если я нужен тебе, пойдем вместе.
Так, об охоте не надо. О воровском промысле. Да все вроде бы. Взять все. Вон еще темные глохи. На. Давайте. Так. Взять все. Блин, да сколько вас, я думал. Так, спокойно. Шкура затроила. Так. Смотрим, что у нас там наверху. Так. Потом, чтобы мне сюда-то вернуться, если что. Я помню, они где-то были в пещерах. Он нам специально сказал, что вот, я не удивлюсь, если здесь есть кочевники или кто они там. Просто мы уже куда переходим там. Они типа вот здесь вот могут быть. Так, ладно. Тихо. Вот, кто-то где-то чихнул. Ну, если это, конечно, не я был. Вроде никого, да, больше нет? Ладно. Сейчас мы получим шкуры, все вот это, броню. Вот кожа. Я нашел в лагере доспехи. Возьми их себе. Так. Спать до утра. Я пришел забрать твою дань. Да? То же самое сказал мне недавно Туфайл. И что же он с ним сделал? Он позволил каким-то горским учебникам добрать его. То есть это значит, что ты платить не хочешь? И это так, чужеземец. Я уже заплатил. И больше не дам, так. Кажется, мне придется... Что же... Ты для меня не проблема. Ой. Пойдем сюда. Пойдем, стой, пойдем. Собака. Да тихо ты, я тебя сейчас. Не может быть. А, вот еще камушек у него, видите, взял. Сделала? Второй пример делал. Я сейчас просто возьму ремень, потому что ты ничего не делаешь, как я вижу. Так.
Где тут торговец с водой? Проклятье, что ты? Я пришел забрать твою дань. Я бы заплатил, о сын снисхождения, но я боюсь, золото. Что речь... Я пообещал зубы, но мой кубок... Кубок разносчика воды. Но у тебя его сейчас, конечно же, нет. Я отдал его Туфайлу, когда он собирал дань. Но этот сын бездельника забрал его себе. Я покорнейше прошу тебя, кубок, найди кубок и отнеси его на Фалему. Где кубок может быть сейчас? Он у кочевников. Их тайники находятся здесь, в руинных полях. Блин. Проклятье, что тебе нужно? Так, подождите. Нафалем прислал меня. Но мои карманы пусты. Но подожди, прежде предложи чем тебе ты сделку. Убьешь меня... Послушаем. Выступи со мной против Малира и его разбойника. Если одолеем их, ты получишь золото больше, чем стоит моя жизнь. Ты можешь взять себе все трофеи, которые мы захватим. И потом я должен буду отпустить тебя. И заплатить Нафалему мою дань. Таково мое предложение. Хорошо, давай сразимся с разбойниками. Ты об этом не пожалеешь. Я сын знаю, мужество, где прячется Малир со своими разбойниками. Мы можем начинать, как только ты будешь готов. Так, подождите, перед тем, как напасть. Давайте. Вот так вот вдоль стеночки пойдем. Давай, давай, беги, беги. Тут не особо-то разбежишься, конечно, везде. Бежать-то некуда. О. На. Взять все. Да ё-моё. На. Лапка. Так, шакала подбили. И нам надо вон туда, наверное. Я так думаю. Вот это же пещера. Я тебе помогу. Вау, они троем то стоят. Такая хорошая мишень. Давай. Взять все. Малир, взять все. Стрела нахрен нам не нужна. Ну ладно. Так. Это что у нас? Посох. Копье. Стрелы меня не интересуют. Кто-то остался здесь?
Посмотрите-ка, все вышли. Так, тут у нас ничего. Вот в сундуке может быть. Кубок озочика воды. Так, посмотрим по заданию, что у нас. А так, награда за доступ. Вот так, награда за голову, так, награда за голову, так, кубок разносчика воды, дань Хосе, дань Юки, дань Бернанда, выплата отдать от Брага, Айла. Тут еще вздыхает. Все. Блин, я вообще-то думал, почему-то тут эти кочевники. Так что, ну согласитесь, всегда приятно, когда тебе кто-нибудь помогает, все равно, даже с таким грузом. Ну давай, давай. Где ты? Я нашел кубок. Спасибо. Они мертвы. Малир повержен. Ты... Если ты не хочешь умереть от жажды... Скажет так, я хочу научиться переносить жару. Я хочу научиться переносить жару. Не делай лишних движений. Да я и не собирался. Жара может быть более изнуряющей, чем бой с целой стаей монстров. Так, ну-ка давайте посмотрим, что у меня... Переносить жару где? Вот здесь, наверное, нет? А, вот. Это все выучил. Теперь надо ядом выучить. Ну, с тобой все понятно. Будь здоров. Ой, спасибо. Ну как, теперь ты хочешь заплатить? Ты не оставил мне выбора. Отец тяжелого удара. Так. Вот тебе... Вот, это туфа. Туфала. Что? Я не могу себе представить. Сам нашел будь золото. Будь осторожен, путник. Но понятно. Дань есть. Что ж, дань. Беру золото, у меня кубок разочек воды. Есть. О, за него я тебя особо отблагодарю. Так, я заплачу дань за луку. Я заплачу дань. Надеюсь, ты с ним выгодную бы... сделку, правильно. Вот тебе дань от Хосе. Думаю, с ним у тебя не было. Хороший купец. Он продавал рабов всем оркам. А перевал... Вот дань от Бернарда. Он ведь не создал тебе проблем? Нет. Ну, нет. Да, я более-менее доволен. Большего здесь и не соберешь. Будет лучше, если я останусь, чтобы сохранить спокойствие. А что касается тебя, я за тебя замолвлю словцо в Иштаре. Спасибо. Продолжай в том же духе. Что ты можешь для меня сделать? Поскольку ты оказался способным... Искусству магии. Расскажи мне, что это древняя магия. Ага. Ни хрена ты не можешь. Так, ты-то мне не нужен. Ну, смотрите, опа, и разрулил. И что у меня там стало? Ассасины 14. А, вот еще. Ну, это, блин, надо искать. Она сама не захочет еще идти. Может, там где-то дальше по пещерам она идет и там танцует. Сейчас мы сюда сходим. В лагу. Ну, раз мы здесь, ну, давайте в лагу сходим. Теперь сюда. Там еще по орочьим этим надо. Да. Ползите сразу все.
Вот так. Чтоб мне вас не собирать, не разделять там. Вот так. Давай, давай, давай. Какой тут цветок кактуса? Я так уверен, что вы мне пригодитесь еще. Кто где воет? На. Не понял, это птица какая-то там? Да. Стоит на меня, смотрит. Так. Вот границы другого уже начинаются там. Ну-ка, ну-ка. Что у нас тут? Ой. Посмотрите-ка, выходит. Выходишь? На. Иди сюда. На. Блин, тоже хорошо бьет это. Бери. Кистень. Так, теперь посмотрим, что у меня по одежке. Так, у меня стоит. Какой щит у меня стоит-то? Так. Одежда-то нормально одета. Так. А, щита нету. Ну вот, вот этот будет. Смотрим, что они там охраняли. Странные грибы. Съесть его, что ли? Мне нужен подходящий ключ. Мне нужен подходящий ключ. Отправленный ключ. О, подожди, ну-ка. Так. Невозможно. Понятно, тогда подожди. Значит, ключ у кого-то надо получить, чтобы открыть его. Понятно. Но тем не менее, мы пещерку расчистили. Угу. На. Тихо. На. О. Взять. Так. Сюда. Сюда. Оазис. Кстати, там могут быть кочевники. Давайте глянем. Так, у меня по карте есть оазис? По карте у меня даже оазиса нет. Ну, там могут быть они, кочевники-то. Все-таки оазис. Вот еще лук достанем, чтобы было видно, что там и что там. А то могут быть и не кочевники. Варан, почему под водой? Да твою мать.
Давай. Тихо. Да тихо вы. Тихо, отойди. Вот. Вот. Тихо. Да твою мать. Маленько по-другому можно сделать. Так. Львы. Так, где у меня? Давай-ка вот так вот. Ну, если, конечно, мы успеем это сделать. Давай. Да отойди. Да блин. Чего он не успевает-то? Вроде, блин, так-то вот давлю, должен успеть. Давай. Будем возвращаться только назад. Так, крутись, 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 крутись. Хрен там. Да тихо ты. О! Фух. Охренеть, но это еще не все, я так думаю. Там же был какой-то другой лев. Вот это я помню. И может мне его и надо убить, может это миссия какая-то. Вон там. Так. Тихо. Давай. Нет, смотрите-ка, опять не тот лев. То название какое-то было другое. Охренеть, так. Ладно, сохранимся, подождите. На. Давай. Вау, у меня, блин, даже энергия кончилась. Поменьше двигаться. Ладно, смотрим, что у меня тут. Вон какие-то львы. Нет. Напитки, напитки, напитки. Что это у меня? Где у меня? Вот это. О.
Да. Так. На. Нет. Это шелудивая тварь. Хотя это лев. Ну ладно, может он такой проказник. Не нам его судить. Бежим, бежим, бежим. Так. Ой-ой-ой-ой. Давай. А, еще немного. Так. Блин, хорошая секира, такое оружие. Прекрасно. Так. Отбились от стаи. Вот что бывает, когда от стаи отбиваешься. Но одна маленькая гордая птичка сказала: лично я полечу прямо на солнце. Так. Так. Минутку, вот здесь где-то ползуны должны быть, да? Я их слышу просто. Да. Ой! Да тихо ты, беги! Вот здесь вот. Беги, 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 беги. На. О, один на один, давай. Вот и все. А, это не все, что ли, еще? Я с них взять ничего не могу, смотрите-ка. Ладно. Оп. А, ну вон еще, правильно. Миссия-то не закончена. На. Тихо. Подожди, подожди. Стой. Упрыгивай. Кто еще? Блин, их там много. Мне надо демона вызывать. На. Так.
Так. Давай. Опа. Так. Тихо. Так. На. Так, давай. Ух. А этих-то кто будет бить? Я что ли, все на меня сложил? На. Вот так. На. Миссия выполнена. Ползуны все убиты. Блин, так-то их нихрена стрелю. Сколько стрел-то надо? Ну, я так уверен, что с кем-то ты здесь будешь все равно. Жди. Пусть стоит. Так, так, так. Это мы куда бежим-то? Блин, рой какой-то. Так, ну-ка. Вспомнил что-то за Бенрой, но он его ж там нежить, он там живет еще где-то в туннелях. Точно. Так, о чем мне написали? Блин, мне сразу захреначить там все это дело. Освободить. Эй, ты! Да вот хочу осмотреться. Знакомая ты. Меня не приведешь, ты явился сюда пожиться золотишком. В Бен-Эрае тоже есть трудник. Но в штольни ты не войдешь. По крайней мере, до тех пор, пока не принесешь. Знаешь... Присматривай за тобой, да ради бог. Иначе что? Иначе я решу, что ты здесь только за тем, чтобы украсть золото. И тогда не хотел бы я... Так что лучше поторопись. Хорошо. Вот камень я взял. Ну там, правда, что не должен быть еще один. Так, ну что ж, на этом пока все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.